вами Елена Вау. Это ароматный канал про парфюмерию, косметику, лайфстайл. Добро пожаловать! Сегодня я решила сделать выпуск, посвященный вам, уважаемые зрители. А вы мне пишете, мы с вами обсуждаем ароматы, и это прекрасный повод ответить на ваши вопросы. Многие из вас дают мне всякие интересные задания. Затестить тот аромат. Лена, а попробуй тот аромат, и что ты о нем думаешь? Я выбрала 5 самых интересных заданий от вас, уважаемые зрители. Конечно, я жду еще каких-то интересных заданий, которые вы можете написать мне в комментариях под этим видео. А пока я перехожу к заданиям, я подготовилась и готова ответить на самые интересные вопросы. Let's go, поехали! Задание – затестить на себе отпугивающий мужской аромат. Честно сказать, это было сделать нелегко, потому что я люблю очень много в мужской парфюмерии, и, собственно, мужские ароматы для меня – это путешествие в мужскую логику. Ну и, конечно, возможность понять их, джентльменов, больше. Но я нашла такой аромат, который меня заставит просто морщить нос, и это аромат Comme des Garçons Black Pepper. В общем, черный перец, когда берете приправу из магазина, открываете и погружаете туда свой нос. А для меня это странно и прям принесло меня какое-то, знаете, такое отпугивающее, мрачное настроение. Конечно, я уважаю концептуальность и креативный подход бренда за новаторство, но это прям реально отпугивает. Хочешь, чтобы я заплатила за тебя на свидании? Нанеси этот аромат. Или хочешь, чтобы мы расстались навсегда? Ты знаешь, что делать. Монотонный, мрачный и такой, знаете, пессимистичный. Метровый шлейф, который накроет всех этим черным настроением, вот что можно от него ожидать. Конечно, я утрирую, и многие истинные гурманы его точно оценят. Есть в нем лишь одна такая, знаете, более приятная, уместная нота – это кедровые орешки. Вот они прям, да, приятные. Выскакивают на общем фоне, но потом перец снова щекочет нос. В общем, хулиган этот аромат. В нем много уда, много пачули. И единственный комплимент, который он может получить, это упаковка и подача аромата. Еще одно задание, точнее запрос, какой аромат купить сестре на 15-летие. Мне пришлось затестить 5-6 вариантов, чтобы окончательно понять, что универсальным и достаточно легким, позитивным является аромат Modern Princess Blooming французского бренда Lanvin. И знаете, друзья, он идеален для этого возраста. Вы со мной согласны, мои зрители? Он нежный, невинный, при этом такой, знаете, женственный и красивый. Без дерзости, интеллигентный. Наверное, каждая мама хотела бы видеть свою дочь именно такой в этом возрасте. Что меня в нем зацепило, так это сочные ноты такого сладкого мандарина, розового грейпфрута и свежего арбуза. За ними очень красиво аромат продолжает благородный жасмин и дамасская роза. Композиция немного засахарится и перевоплощается в белый кедр и мускус. Он недорогой, не слишком шлейфовый, но при этом он слышен, дополняет образ девушки, подростка, и, мне кажется, подойдет для девушки, которая гармонично любит простой стиль casual и хочет подчеркнуть свою женственность. Аромат юности, беззаботности. Конечно, если вы не подросток и хотите вспомнить, что такое беззаботность, берите эту беззаботность прямо из флакона. Двигаемся дальше, и один из моих зрителей, мужчина, написал мне в Instagram с вопросом: какой аромат я бы купила прямо сегодня и оставила его себе до конца года. И недавно я влюбилась в аромат, который мне попался совершенно случайно. Я увидела, как один мужчина, выбирая подарок своей девушке, буквально минут на 10 стоял и тестировал этот аромат. Он прилип к нему, и, конечно, у меня вызвало это любопытство. И ароматом оказался Монталь Oud Lagoon. И что вы думаете, я тоже к нему приклеилась носом, хотя Монталь для меня сейчас слишком попсовый аромат. Итак, я попытаюсь через камеру передать аромат. Это легкий уд с гармоничным позитивным настроением, при этом
сладостный, сексуальный и немного освежающий. Шлейфовый открывается мандарином, который, ну, очень нравится моему носу. А на заднем фоне едва уловим османтус. Потом укрепляет звучание лотос и ветивер. Слышу мох. Аромат с акцентом на себя, без перебора сладости. Аромат тропический, пропозитив, уд есть, но он такой, знаете, игривый и звучит легко за кулисами. Вскоре после цветочного открытия я получаю фрукты. Персиковый, ягодный, ананасовый пунш. Для меня также приятен и финал. А начинают появляться и мужские нотки, а это я люблю в ароматах. Эти мужские нотки, ингредиенты, это дубовый мох, ветивер и дерево. Они укрепляются, и ты из такой, знаете, фруктовой девочки превращаешься в дорогую, успешную бизнес-вумен. Аромат меняется, аромат интересен и очень долго остается на теле. А я продолжаю отвечать на ваши запросы. Этот вопрос был от девушки, которая, наверное, написала это в шутку, но все же. Задание звучит так. Какой аромат подарить ему, намекнув, что он мне очень нравится? Если вы не против видео такой страсти, тогда продолжайте просмотр. Долго я искала для вас ответ на этот вопрос, но я нашла один крутой вариант. Lalique Encre Noir, аромат 2006 года. Простой, понятный, но при этом он такой необычный. По качеству аромата он тянет на нишевый сегмент. Ну до чего же красив этот парфюм. Такой уверенный в себе, харизматичный джентльмен. С ним приятно поужинать, сходить на свидание и даже перейти на новый уровень. Знакомство с этим мэном становится приятным с самых первых нот. Кипарис тут роскошный, сильный, но не давит на окружающих. Ветивер в середине и в финале мускус и кашмирское дерево. Я, кстати, до этого не знала о существовании такого дерева. Аромат мужчины 35+, сильного, передает уверенность, хороший вкус. Также мне кажется, что аромат транслирует мужественность и очень привлекает противоположный пол. А все потому, что в финале он дымный, консервативный, подпускающий к себе только проверенных людей. Друзья, вы же знаете, что мне нужны ваши задания, поэтому я их очень жду под этим видео. И тут еще один диалог состоялся с одной из моих зрительниц, и он закончился тем, что она мне написала: у меня предстоит встреча с бывшим, и я должна быть секси и на высоте. И тут я постараюсь очень кратко пояснить свой выбор. Итак, аромат сексуальный и счастливой женщины. Мне таким показался парфюм бренда Attar Collection The Queen of Sheba. Сразу скажу, что он многослойный, интересный, яркий, харизматичный и наступит на зону комфорта вашего собеседника. Мне сразу хочется с этим ароматом праздника человек на 200. Аромат про ужин с крепким алкоголем и мужчинами. Аромат про путешествие, когда в людном месте много разных людей, и ароматы буквально смешиваются, образуют такую, знаете, сложную композицию. Для меня так пахнет рынок в Стамбуле, где есть чай, цветы, специи, а в кафе рядом готовят кофе в турке и курят кальян. Кому-то он будет слишком интенсивный и наглый. В любом случае, все вокруг будут знать, что вы пришли. Персиковый, цветочный и очень женственный, с оттенком табака. Аромат также и статусный. Он как бы говорит: я ценю тебя и не экономлю на себе. Мне кажется, это из-за его многослойности, как я говорила, и наших ассоциаций про богатый мир Востока. Поэтому этот стереотип отображается на аромате и впечатлениях о нем. Единственная рекомендация – все-таки тестировать его перед покупкой. Так как на каждой из вас он откроется по-своему. Я услышала его красивым, а вот моя подруга назвала его «персики в пепельнице». Мне очень нравится, что здесь все написано, какие ноты, как он звучит. И, собственно, еще один вариант, не такой спорный, более спокойный, дорого звучащий, и аромат счастливой женщины. Это бренд Parfums de Marly, аромат «Кассили». Если вы любите ароматы в стиле фруктовые цветы и, используя их, чувствуете себя на высоте, глаза начинают светиться, тогда этот вариант аромата очень вас украсит.
Касили – это вечер с игристым вином на свежем воздухе в саду с цветами. Это запах выхода на ужин после душа, где есть фруктовый пунш и легкие десерты. Этот аромат про кокетливость и обаяние. Касили – это наивный, сладкий, фруктовый и слегка мыльный аромат. Есть те, кто может почувствовать розу, но это, знаете, такая немощная роза, потому что она сопровождается другими цветочными оттенками. Плюс у аромата есть кислинка в фруктовых оттенках. Именно они делают цветы этого аромата чем-то уникальным и очень особенным. Я бы не назвала его лучшим ароматом от Parfums de Marly с точки зрения сложности пирамиды, но он за счет своей красивой простоты, мне кажется, принесет хорошее впечатление. Ну что же, друзья, сегодня был насыщенный выпуск, и он был посвящен вам, вашим вопросам, вашим заданиям. И, конечно, хочу сказать, что с нетерпением жду новых заданий. Находите меня в Инстаграм, пишите здесь под видео комментарии какие-то вопросы, задания, что затестить, о чем рассказать. Я буду вам признательна, и вы мне поможете создать новый выпуск работы со зрителями. В общем, те из вас, которые получают удовольствие от ароматов, пишите мне. А я вам очень благодарна за просмотр. Побежала дальше отвечать на ваши вопросы и создавать для вас новый выпуск. Пока-пока!